8 мая. Память священномученика Сергия Рахлецова, протоиерея. Сергей Дмитриевич Рахлецов родился в 1876 году в Великом Устюге в семье священника. После окончания духовной семинарии был рукоположен к церкви великомученицы Параскевы Пятницы, где прослужил всю жизнь. За многолетнюю беспорочную службу отец Сергий был возведен в сан протоиерея и награжден митрой. В 1937 году священник был арестован и заключен в тюрьму в Великом Устюге. Предъявленные обвинения в контрреволюционной деятельности священник отверг. Тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Священномученик Сергий Рахлецов скончался в тюрьме в Великом Устюге 7 мая 1938 года и был погребен на городском кладбище в общей могиле.